Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. В новый учебный год «Здарник Оптика». Скидки от 15 до 50% на все медицинские оправы и солнцезащитные очки. «Здарник Оптика», Ватутина, 46. Время полдня, а значит, у мечети на улице Гагарина из павильона раздают горячие обеды. Каждый будний день благотворители фонда «София» встречают здесь нуждающихся, чтобы накормить их. Восхитительный полевой суп. Лавровый лист. Обязательный ингредиент супа. На второе у нас греча, замечательный рис. А еще горошница, сухарики, салат, печенье и огурцы с собой в качестве подарка. Каждый день новое меню. И всегда полноценные горячие обеды. И первый, и второй, и компот. За 3 с небольшим года своего существования благотворительный фонд «София» стал оплотом надежды для бедствующих первоуральцев. Сначала обеды раздавали из машины и лишь несколько раз в неделю. А сегодня люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут прийти и поесть тут каждый будний день. Еду получают из небольшого павильона и едят за самодельными столиками под открытым небом. Поток людей растет, говорят организаторы. Если раньше питались около 30 человек, то сейчас бывает и сотня. Стало больше и вариантов помощи посетителям. Люди, получается, у нас разные категории. Это люди без определенного места жительства. Это малоимущие пенсионеры. Ну и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, это из мест лишения свободы пришли. Мы их стараемся устроить на работу. Ну, услуги психолога у нас есть, которая мотивирует тех, кто уже из социума вышел и не считает, что работа – это важно. Но это, конечно, не один день работы с ними. Социализация, подарки и даже разговор по душам. Работники фонда стараются помочь каждому по-своему. Многие из приходящих сюда стесняются своего положения, прячут лица. А 70-летняя Алевтина все же отваживается пообщаться с журналистами, чтобы сказать спасибо благотворителям за их труд. У пенсионерки серьезные проблемы со здоровьем, а еще она ухаживает за дочерью с инвалидностью. Они молодцы, они хорошо кормят. Я прихожу и это радуюсь. Да. Вот. Ну, то есть для вас это радость, когда еще какие-то подарки дарят, да? Да, это хорошо. А что дарят? Вот что бы сегодня получили? Ну вот я получила печенье, получила воды, огурцы. Вот что дают, то не отказываемся. Благотворительный фонд «София» 4-й год работает в Первоуральске и соседних поселках, существует на средства меценатов и посильную финансовую помощь рядовых горожан. Нуждающихся ждут на бесплатные горячие обеды каждый день с понедельника по пятницу с 12 до часу дня у мечети Сабр. Также работает офис на Трубников, 44. Там проводят душевные встречи с пенсионерами, организуют консультации психолога и юриста. Поддержать фонд может любой желающий. Кристина Сипьева и Андрей Волков. Интера ТВ.